У нас появились на продаже телефоны от компании Google. Называются они Google Pixel 4 в белом цвете, в рыжем цвете. Телефоны не привязаны к оператору, то есть поддерживают наших операторов. Спокойно их можно обновлять, перепрошивать, сбрасывать на заводские настройки. Они будут наши сети ловить отлично. Также поддерживают они E7. Уже обновились на Android 12 они. Официальная компания Google выпустила для них Android 12. Чем хороши эти телефоны? Тем, что у них очень крутая камера за свои деньги. Уровень iPhone 12, уровень iPhone 13 камера. В каких-то моментах она даже фотографирует лучше. Вот. Вкратце расскажу про характеристики этих телефонов. У них стоит крутой дисплей 90 Гц. Поддерживает частоту обновления, крутые стереодинамика, динамики, есть Face ID, также 6 гигов оперативки, 64 гига своей, есть также, конечно же, бесконтактная оплата, беспроводная зарядка, быстрая проводная зарядка, неплохой процессор, 855 Snapdragon, игровой, в принципе, в свое время был флагманским процессором. Также они получат обновление Android 13. Телефоны довольно-таки крутые за свои деньги, так скажем, цена, качество. Google Pixel еще называют iPhone на Android, потому что они не лагают и точно так же быстро, шустро думают. Ну, еще раз повторюсь, потому что это оптимизация софта от компании Google.